Меня зовут Ирина, живу в Абакане, РТС. Прошу вас разобраться, куда делись контейнеры для сбора использованных батареек. Потому что раньше в Сбербанке по дружбе народов в Батоне по улице Торговой были контейнеры для сбора использованных, получается. Хорошо, сбор батареек. Значит, у нас в Абакане одно место, куда мы собираем все батарейки. Это краеведческий музей на первом этаже. Можно принести наполненные пластиковые бутылки. И там принимают и складируют их. Раз в год приезжает транспорт из Челябинска. Челябинск, у них вот как раз тот завод по переработке батареек, вот, куда, собственно говоря, истекаются все батарейки с нашей Сибири.